Веришь ли ты в Евангелие, в Царстве Божие, в имя Иисуса Христа? Верю. Будем тебе крестить во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, лежи на бок. На бок. Хорошо, Венера, будем... Сюда. Вот. Мы будем тебе крестить во имя Иисуса Христа. Давай. А ты знаешь, Небесный, благослови, пожалуйста, Венере. Отче, прибудь с ней. И дай ей вечность, дай ей прощение, дай ей Твой Святой Дух. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Надо, кто хочет, хочет читать молитву? Вот. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое Царствие, силы и слава во веки. Аминь. Аминь. Ладно, с Богом тогда, Венера, я очень тебе поздравляю. Я очень-очень рад. Спасибо. Я тебе очень рад. Ты хороший человек, я чувствую. Чувствую. Есть хороший, нехороший, все равно хорошо, чисти его Христе. Это человек уже, который готов к тому, чтобы служить. Скажу по-английски. Я приняла Иисуса своим Господом и начала верить как-то, да, начала ему и ходить в тот путь, но потом, когда прошло какое время, у меня сердце было как, я хочу креститься, потому что я хочу все, весь вполне в Иисусе, все, что он сказал, что весь я хочу жить той жизнью, какой он жил, и какой он был, и да, я вот, и трудно было мне это нашлось, потому что то церковь, они говорили, попозже, еще нет. А я вот, я хочу креститься. Я хочу отдать всю свою жизнь, все дополнить мое сердце, мою жизнь, все. Но потом я говорю, буду в Латвию ехать, туда креститься. Им все равно, им не надо теперь, я не могу. Понимаете, здесь, да. А я вот думала, а я уже отдала жизнь Иисусу. Мне только креститься надо. И вот... Никто не пришел, я знала, что это мое место было там, но вот я так умоляла Бога, прости меня, пожалуйста, я вот такая дура, иногда не могу переступить с чего-то, да. Потом пришло время, да, было время, и я вот такая рада, да, наконец-то, спасибо, я буду креститься. И да, это такое, я вообще-то, мне воды как-то, боюсь воды, да. Но когда я крестилась, я вообще думала, я вот там, как, я вообще ничего не было, как, я могла там сидеть под водой, ничего не боялась, ничего так. И когда, конечно, я вылезла из воды, я была вот как легкая, вот, жизнь с Иисусом нам теперь, да, ну да. А Таня, как ты? Я говорю, да, что моя жизнь полностью перевернулась. Просто жизнь пошла по-другому, и душа у нас как-то по-другому все воспринимает. И мы как-то всю жизнь по-другому воспринимаем. И жизнь нас воспринимает намного лучше, чем раньше. 35 лет тому назад я перебью, но это при советов, правильно? Вот только советская власть, она только, так сказать, вот перестройка у нас началась. Вот. И в это время уже, конечно, уже было более свободно уже. Мы уже знали Библию, конечно. До этого Библия была у нас только запрещенной книгой. Ну и так сам издаты мы, конечно, имели. Но это все было как бы не то, что нелегально. Но люди стеснялись и креститься, и ходить в церковь. Все это было трудно, конечно. Обычно я пропускаю, когда я в Ютубе что-то смотрю, рекламу постоянно вот так пропускаю. И там реклама,
И Данкан говорит... Совершенно верно. Я такая уже не могла пропускать, и попала вот так, да, попала и во вторник в 12:30 русскоязычники собираемся, да, вот и я сразу, потому что реклама же проходит же, я сразу вот скрин делала, фото делала, и там телефон, и там адрес. И я сразу написала Данкану, сразу написала там Синди, номер был, я Синди написала. И как раз у меня завтра как раз выходной, и я решила, я поеду туда. Я адрес толком не знаю, я английский толком не знаю, английском толком разговаривать не знаю. Я когда 2 недели, вот 3 недели, мне надо, я здесь одна, чтобы у меня был круг. Я хочу ходить в русскоязычную церковь. Я начала вот так думать. И потом про крещение тоже, да, вот. Когда один раз по глупости, по молодости там принимала, но я ничего не поняла, что произошло, что это было. Тогда я молодая была. Потом прошло очень много времени, и недавно опять начала. Что, как надо от воды и духа рождаться заново, да, вот, и мысли приходят, я уже взрослая, уже должна понимать, что это, как это, почему, для чего, да, вот, и надо, опять начала думать, и как раз, как будто... Не как будто Бог ведет нас, вот, я говорю, что да, случайности нет, не бывает. Совершенно верно. Вот я постоянно пропускаю в Ютубе рекламу. Я в тот раз не пропустила и сразу попала куда на надо. Ваше Понятно. Обращение попала. И вот так, ну, вот так вчера приехала, тоже опаздывала. Сегодня тоже опаздывала, потому что вы же знаете, человеческий фактор, когда в выходные хочется поспать немножко до обеда, извините, Данка. Нет, это не грех. Это не грех. Где ты живешь? Я ближе к Стратфорду. Это очень далеко. Очень далеко. Очень далеко. Телефон-то не очень, да, он не погуляет, быстро надоедает, и хочется книгу, да, вот так листать, смотреть, вот так. И мелькнула мысль, что я хочу книгу, Библию, да, и вчера я приехала, мне Библию подарили. Библию обязательно надо читать, и я каждое утро, каждый день встаю, начинаю, я еще ничего, еще, как говорится, только встала, но я обязательно, как сказать это, в общем, молюсь, молитву, да, prayer. Иногда русские, английские слова мне лезут вперед. Духовный breakfast. Да, обязательно надо молиться, просить, и молиться, и благодарить, обязательно благодарить, потому что мы только все просить, это не очень правильно. Просить можно, но нужно и благодарить обязательно. Да, обязательно, вот это очень-очень важно. Когда ты благодаришь, я не знаю, мне кажется, что это необходимо просто и самим нам, и Иисусу, который, конечно, большую роль в нашей жизни играет. Слава Богу. Да.